Привет всем! Вы на канале Техревизор. А мы продолжаем искать для вас самые вкусные скидки в грядущей Черной Пятнице, которая пройдет с 25 по 29 ноября. И сегодня мы поговорим о смартфонах в ценовой категории до 30 тысяч рублей. Поверьте, достойных трубок тут хватает. Я нашел 9 моделей с самыми сочными скидками на AliExpress. Перечень моделей вы видите на экране. Можете остановить и ознакомиться. Если вам интересен такой формат роликов, я могу каждую неделю выпускать подборки с аналитикой акций в крупных маркетплейсах. Пишите в комментариях, а я начинаю. Итак, из этих 9 моделей я выделил для себя 4, которые помимо приятной цены радуют еще и интересной начинкой. Ими стали Xiaomi Mi 11 Lite, OnePlus Nord 2, Poco F3 5G, Realme GT Master Edition. Их характеристики можно посмотреть в табличке, которую вы видите на экране. Нажмите на паузу, чтобы лучше рассмотреть. Небольшое напоминание. Цена с самой полной скидкой открывается в магазинах AliExpress только после применения промокодов и специальных купонов. Количество купонов ограничено, так что не тяните с решением. Если это видео поможет вам с выбором, тут же переходите на сайт и добавляйте модель в корзину. После старта распродажи важно выкупить товар как можно скорее, пока это не сделал кто-то другой. А теперь погнали! Взглянем на самые интересные среднебюджетные смартфоны грядущей распродажи. Xiaomi Mi 11 Lite. Один из главных хитов Xiaomi этого года в Черную Пятницу будет продаваться по очень приятной скидке. Если сейчас за него в среднем хотят 35 тысяч рублей, то в день распродажи будут отдавать всего за 22 тысячи. У Mi 11 Lite крутой AMOLED-дисплей и отличные фотовозможности. Камера на 64 мегапикселя тут дает жару. Чипсет Snapdragon 732G выдает достойную производительность и не высаживает батарею. К слову, тут используется аккумулятор 4250 мАч. И в плане автономности вопросов к смартфону нет. В нашей конфигурации используется 8 ГБ ОЗУ и накопитель на 128 ГБ. Поддержки 5G тут нет, но с этим легко смириться. Главное есть NFC. Но конкурентов Mi 11 Lite бьет вовсе не железом, ведь на сегодня это один из самых тонких и стильных смартфонов на рынке. Выглядит дорого, да и тактильно ощущается как нечто совершенно премиальное. Перед покупкой обязательно сходите в ближайший шоурум электроники и подержите Mi 11 Lite в руках. Вы или влюбитесь в него, либо выберете что-то более брутальное, вроде большого и мощного Poco F3. OnePlus Nord 2. Один из самых народных смартфонов OnePlus. По дизайну, материалам корпуса и внешнему виду вполне может посоперничать с Mi 11 Lite. Да и по железу тоже не отстает. Сегодня на Алике за эту трубку требуют 33 600 рублей, но на распродаже будут отдавать за 28 000. За эту цену предложение просто отличное. Nord 2 сразу же удивляет своей высококачественной AMOLED-матрицей с насыщенными цветами и полноценным режимом Always On Display. Сердцем девайса стал флагманский чипсет Dimensity 1200, так что производительности хватит на все. В нашей конфигурации используется 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ. Есть поддержка 5G и NFC. OnePlus известны своими фотовозможностями, и в Nord 2 камера не подкачала. 50-мегапиксельный сенсор с парой доп-модулей делает очень достойные снимки. Еще одна фишка OnePlus – оболочка Oxygen OS. Максимально быстрая, стабильная и близкая к чистому Android. Словом, за 28 тысяч рублей это просто пушка, надо брать. Идеальное сочетание дизайна, производительности и камеры. Realme GT Master Edition. Субфлагманский смартфон от Realme с поддержкой 5G и максимальной частотой обновления дисплея в 120 Гц. Сейчас его цену на AliExpress можно считать немного накрученной. За него хотят целых 40 тысяч рублей. Но в Черную Пятницу ценник будет гораздо приятнее. Всего 26 тысяч. За такие деньги эта трубка достойна внимания. Тут есть Super AMOLED дисплей с повышенной герцовкой. Мощный чипсет Snapdragon 778G с поддержкой 5G. Достойные фотовозможности, продвинутая селфи-камера, броский дизайн. Смартфон явно заряжен под молодежь и непоседливых пользователей. В нашей конфигурации 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на целых 256 ГБ.
По объему батареи смартфон отстает от некоторых своих одноклассников, но зато поддерживается быстрая зарядка на 65 Вт. NFC в наличии. Наконец-то фирменная оболочка Realme UI 2.0 не забита мусорными китайскими приложениями и рекламой. В этом году одна из лучших новинок от Realme. Превосходит конкурентов тот же Nord 2 по объему памяти и герцовке экрана, да и в остальном не то чтобы отстает. Poco F3 5G. Традиционный убийца флагманов с ультимативным железом и очень соблазнительным ценником. Если сейчас за смартфон просят 28 тысяч рублей, то 25 ноября его можно будет урвать всего за 24 тысячи. Что мы получаем за этот ценник? Топовый процессор Snapdragon 870, крупный AMOLED-дисплей с диагональю в 6,67 дюйма и повышенной герцовкой в 120 Гц. Вычислительной мощности хватит на все, притом на несколько лет вперед. Есть поддержка 5G и NFC. Разве что по объему оперативной памяти. Наша конфигурация F3 немного отстает от конкурентов. Всего 6 ГБ. Но ее все равно хватит с избытком. Емкость накопителя тут составляет 128 ГБ. Очень радует то, что Poco F3 получил достаточно сдержанный дизайн. Он все еще представляет собой внушительных размеров лопату, но в отличие от некоторых собратьев по бренду, обошелся без огромных надписей на обратной стороне корпуса. А вот фотовозможности тут ничем не удивляют. Смартфон выдает умеренно хорошие снимки, но на большее не претендует. Те же OnePlus Nord 2 и Mi 11 Lite в плане съемки на голову выше. В целом, это яркий представитель идеологии Poco. Максимум вычислительной возможности за минимальные деньги. Смартфон для тех, кому игры важнее, чем фото. С учетом скидки, строго рекомендуется к покупке. Напоминаю, что акционная цена рассчитана с учетом промокодов и купонов магазина. Не забудьте добавить понравившийся товар в корзину, чтобы успеть приобрести их при старте распродажи. Потому что акционные позиции разбираются буквально в первые часы. И на этом мы будем заканчивать. Обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях, какой смартфон выбрали бы вы. А еще подпишитесь на канал, чтобы не пропускать вкусные скидки.